В связи с этим сотрудники заповедника приглашают на субботник всех неравнодушных жителей и гостей Сочи. Субботник будет проходить в двух рекреационных зонах. Первый на территории вольерного комплекса. Встреча с 10 утра до 10:30 у кассы заповедника. Второй на территории Тисо-Самшитовой рощи. Сбор также с 10 утра до 10:30 на автобусной остановке Хоста-Мост. Желательно иметь при себе рабочие перчатки. Участникам мероприятия будет предоставлена возможность совершить прогулку по данным территориям. О своем участии нужно сообщить предварительно по указанным телефонам.